В этом году массовых мероприятий на площади Освобождения по понятным причинам не было. Новогодний концерт прошел онлайн. Некоторые бендерчане создавали новогоднее и рождественское чудо своими руками и креативили на дому. Как прошли праздники и чем эти каникулы запомнились горожанам? Наша съемочная группа провела блиц-опрос. Атмосфера потрясающая, правда, даже если, несмотря на то, что происходит вокруг, все счастливы, радость семьей встретили. Отлично. Главное, все живы, здоровы. Замечательно, как обычно в семейной обстановке. Были, в принципе, как обычно, только народа немножко поменьше. Ну, украшения, фонарики, гирлянды. В принципе, прикольно. Мы были на площади, нам все очень понравилось, все красиво разукрасили, новогоднее настроение присутствовало.